Приветствую, друзья, отвечаю на вопрос. Быстрый способ снять тревогу – это, например, размять уши мягенько, без фанатизма. Это шоковый орган. Размять немножечко носик, чуть-чуть, чтобы потеплело. Потеплело, чтобы ушки потеплели и носик потеплел. И сделать узелки на память. Размять каждый из 10 пальчиков. Буквально по секунде, по две. И все. И тревожность снижается. Но для того, чтобы задать вопрос и уточнить состояние человека, какая тревожность, когда она бывает, сколько человеку лет, и дать развернутый совет, чтобы человек мог избавиться от тревоги и обрести уверенность в себе. Этого будет недостаточно. Надо, чтобы я поговорил лично и, задав уточняющие вопросы в личке, никому не сообщая, с кем я говорю и так далее, дал развернутый ответ. Поэтому пишите мне в личные сообщения в Телеграм, Инстаграм. Есть шапки профиля, это все. Также у нас проходят вебинары, бесплатные ликбезы, на которых вы сможете рассказать о своих проблемах и получить рекомендации. Подписывайтесь на мои социальные сети, чтобы следить за датой и часом проведения. Итак, здоровья вам, друзья, снижение тревожности и повышение уверенности в себе.